Родиной картофеля считается Южная Америка. В Европу был завезен испанскими конкистадорами в 1535 году. Изначально церковь не одобряла его потребление, но через некоторое время, благодаря мудрому священнику, репутация картофеля была восстановлена, и его начали выращивать во Франции и Италии. Позже картофель распространился в Азии и Африке, а теперь это самый популярный овощ на каждой кухне. В мире почти половина картофеля потребляется в свежем виде, а другая половина используется в качестве промышленного крахмала, обработанных пищевых продуктов, кормов и сохраняется для посадки. Замороженные картофельные чипсы могут храниться в течение длительного времени, и мода на фастфуд-рестораны распространилась по всему миру. При общем объеме производства свыше 300 миллионов тонн картофель выращивают во многих странах для того, чтобы удовлетворить высокие требования. Китай является ведущим производителем картофеля, опережая другие страны с объемом производства 75 миллионов тонн. Индия является вторым крупнейшим производителем с 37 миллионами тонн производства. И на третьем месте Россия с 22 миллионами тонн. Сырой картофель примерно на 70-80% состоит из воды и на 20% из углеводов, а также содержит различные минералы и витамины, необходимые для здорового питания. После зерновых картофель является самым популярным продуктом для диеты на растительной основе. Картофель производится и потребляется практически во всех странах мира благодаря своей низкой цене, высокой урожайности на единицу площади. Он богат питательными веществами, легко переваривается, имеет широкий спектр использования и легко выращивается практически в любом климате. Клубни картофеля насыщены большим количеством углеводов, также крахмалом, калием, железом, витаминами В и С. Основной продукт питания в Европе и Америке – это картофель, в то время как на Дальнем Востоке предпочтительнее рис, а пшеница – в Азии и Африке. Однако потребление картофеля уже сейчас растет и на Дальнем Востоке, и в Африке. Картофель по своей природе предназначен для длительного хранения. Если его просто хранить в овощехранилищах и складах, это приведет к порче. Процесс хранения семенного картофеля отличается, так как ему необходимо пройти химический процесс, чтобы избежать прорастания при хранении. Хранение картофеля похоже на хранение лука, так как корни обоих растений нужно просушить, прежде чем они отправятся на хранение. После высыхания картофель, деформированный во время сбора урожая или обработки, необходимо подлечить, чтобы предотвратить гниение и помочь заживлению порезов. После этого этапа картофель подготовлен для хранения в холоде при понижении температуры на 0,5 градуса Цельсия в день. Семенной картофель лучше хранить в холодильной камере и поддерживать температуру на уровне 2-4 градуса Цельсия. Картофелю других видов хозяйственного назначения необходима температура 4-10 градусов Цельсия. Контроль углекислого газа также важен, как температурный режим и контроль влажности в холодильных установках. Увеличение уровня углекислого газа должно контролироваться и поддерживаться в определенных границах. Чтобы предотвратить конденсацию, картофель должен быть готов к повышению температуры воздуха на 1 градус Цельсия до того времени, пока он не будет отправлен из хранилища на рынок. Лучший способ хранения картофеля – это современный метод хранения, который включает в себя стадии сушки, лечения, охлаждения, хранения и подготовки для рынка. Подсчитано, что такого рода способ хранения использует только 50 миллионов тонн из 300 миллионов тонн мирового производства картофеля. Будучи революционным продуктом в течение последних 500 лет, картофель стал популярным стратегическим и основным продуктом питания для человечества.